Смирно! Командирам доложить о готовности к закрытию лагерной смены! Солнце, лето, детский смех, игры и развлечения – все это можно смело назвать летний калейдоскоп. Именно так и называлась смена детского оздоровительного лагеря на базе санатория «Заречье». Калейдоскоп – это значит всестороннее развитие, связь с культурой, со спортом. Мы посещали очень-очень много праздников, мероприятий. И на день ВМФ ходили даже с моряками, фотографировались. Посещали животных в доме, при доме пионеров, кормили их. Ребятам было некогда скучать. Каждый следующий день был не похож на предыдущий. Яркие впечатления, общение и встречи с интересными людьми, оздоровительные процедуры. Воспитательский состав создавал все необходимые условия для отдыха, развития и проявления самых лучших качеств детей. Каждый день начинали с зарядки, проводили линейки, проводили различные праздники, бегали по разным станциям, праздники проводили. В парке и в Дом молодежи для нас проводил праздники. И ходили в ФОК на спортивные праздники, мероприятия. В общем, очень-очень много развивались, веселились и оздоравливались. Здесь мы ходили в свой ПО, были в парке на веревочном курсе. Ну, в общем, мы много где были. Мы ходили к «Современнику», мы были в парке на других мероприятиях. Но время пролетело незаметно, и последний лист календаря лагерной жизни перевернут. Ребята вспоминают самые лучшие моменты и подводят итоги смены, устроив праздничный концерт в честь ее закрытия. На церемонии прощания с лагерем самым активным ребятам вручили дипломы. Мне в этом лагере очень понравилось. Я бы хотела вернуться сюда еще раз и еще много раз. Вместе с ребятами в заключительном концерте смены приняли участие и родители, и воспитатели, а после выступления праздник продолжился дискотекой. 3 недели в санатории «Заречье» стали временем ярких летних впечатлений для 98 юных зареченцев. Алексей Лазаренко, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный».